Хотелось какого-то более брутального мужчину, и чтобы образ был такой внушительный. Мужчина Нюше понадобился для съемок клипа на новую песню «Больно». Причем от него требовалась не столько брутальность, сколько смелость. Ведь парня буквально протаранил автомобиль. Бесстрашного героя сыграл Александр Радулов, игрок сборной России по хоккею. Спортсмен впервые принимал участие в съемках клипа и, видимо, не успел еще вжиться в роль мерзавца, который причинил боль своей девушке. По жизни я стараюсь не причинять людям боль, в первую очередь. И еще только пока готовлюсь к первой съемке, то, в принципе, толком ничего не сказали. Сказали, что буду лежать и спать. Сцена с автомобилем заключительная в клипе. За кадром остался эпизод, в котором Нюша застукала своего любимого с другой. Когда я уже увидела его с новой девушкой, я поняла, насколько как бы он мне нужен и насколько я его сильно люблю. Поэтому и больно от того, что не смогла вовремя распознать, что действительно это настоящая любовь. Я не верю. Нюша признается, что образ мстительной стервы ей не слишком по душе. Певица привыкла быть доброй и пушистой. Так что над новой Нюшей стилистам пришлось потрудиться. Со мной работают стилисты. Есть несколько образов, естественно. Это такой более ярко выразительный, сексуальный. Клип Нюши «Больно» поклонники смогут оценить в середине мая. Всем привет, с вами Нюша, а вы смотрите самую-самую классную программу «Ньюсблок» на MTV.